Итак, ребят, вот по итогу, что мы имеем. Три мормышки. Начнем с беленькой. Покрасил я ее в такой белый цвет. Поставил две точки. Одну золотистого и одну оранжевого. Более красный такой. Вот так вот получится. На глаз похоже. Ну, интересная получилась. Вторая у нас получилась вот просто темная. Темного цвета. Золотистенькая такая. Под золото. Тоже прикольно. И третья. Вот такая вот. Не стал я ее ничего там не разрисовывать, ни точки ставить. Просто так оставил. Мне она так понравилась. Ну вот, по итогу имеем три набыва. Я не знаю, полчаса максимум. Результат ловли на них, процесс ловли буду снимать немножко позже. Все, всем пока. Спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки.